Так, прямая трансляция. Не знаю, из какого озера, деревня Лесникова. Мальчишки ловят рыбу. Я жду. Чего только жду, не знаю. Наверное, буду варить уху. Может быть, и нет. Конечно, уху. Плыви отсюда. Привет, рыбак. Гребите отсюда. Рыба есть? Гребите отсюда. Ходите тут с своими телефонами, снимаете. Червячки есть? Нет, у нас червяков. Дайте червячка. Нет, у нас червяков. Кашу. Кашу у нас одна. Выпить есть? Дайте. Есть, есть, но не дадим. Дадим. Что делать-то? Рыба есть? Рыбу еще пока не поймали. Не клюет? Тут только-только закидываю удочку. Будет. Кого ждем? Кто здесь плавает? Нет, какого порода рыбы будет? Порода будет разная. Разная? Какая? Разная всякая. Это вот на эту вот фигню будет рыба ловиться? Да, на эту кашку будет, должна быть. А что, был лень червячков даже накопать? Совсем плохо. Их ты, лягушки как квакают, слышал? Ну это все. Вау-вау. А ты с чесноком запаривала? Где? Клюш ты запаривала. А, понятно. Слышали, рыба, лягушек? Значит, а чеснока-то нету, где тебе возьмут? Выпить есть? Лень? Да Таня, отстань, ты, блядь, не получается. Сейчас будешь сама вот распутывать. Так давай. Выпить есть? Есть. А что здесь течение, что ли, какое-то? Вода-то как идет? Ветер. Танцуй. Пара-па. Меня не видно. Вот, вот я. Тебя слышно? Да. Другим ухом, да. В глаз только мне не попади. Ура, мы вышли не на рыбалку. Рыбы нет, ну и хорошо. Хорошо. Гуси-гуси. Га-га-га. Закрылась? Есть хотите? Пить больше? Да-да-да. Вот так заканчивается вся рыбалка. Доедаем червячков, закусываем кашкой и едем домой. Ухи не получилось сегодня. В следующий раз. Жень, ты зимён. Это Россия, детка.